Согласно гражданскому законодательству, аренда представляет собой временное владение и пользование имуществом на возмездной основе. Арендная плата определяется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь с учетом особенностей, установленных указом президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 года номер 150 о некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом. Актуально об арендной плате поговорим прямо сейчас. При сдаче в аренду недвижимого имущества в виде зданий, сооружений, изолированных помещений, машиноместных частей арендная плата определяется в базовых арендных величинах. Следует отметить, что базовая величина и базовая арендная величина – это совершенно две разные величины, хотя обе устанавливаются Советом министров Республики Беларусь. На сегодняшний момент, с 1 апреля 2016 года, действует базовая арендная величина в размере 13 рублей 60 копеек с учетом деноминации. Данная базовая арендная величина ежегодно корректируется постановлением правительства с учетом уровня инфляции. Так, с 1 апреля 2017 года постановлением Совета министров от 7 марта 2017 года номер 182 установлена новая базовая арендная величина в размере 15 рублей 20 копеек, которая будет применяться при расчетах арендной платы с 1 апреля 2017 года. В Республике Беларусь, согласно гражданскому законодательству, частная собственность выступает в виде собственности физических лиц и негосударственных юридических лиц. Арендная плата при сдаче имущества физических лиц устанавливается по соглашению сторон договора аренды с учетом требований гражданского законодательства. Единым законным платежным средством на территории Республики Беларусь является белорусский рубль. Вместе с тем, денежное обязательство может быть выражено в белорусских рублях в сумме эквивалентной иностранной валюте. Итак, обобщим. Если государственная либо частная организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо не имеет имущества для выполнения работ, оказания услуг, производства продукции, то у каждого из них есть право получения необходимого имущества на условиях аренды. Нужно помнить, что размер базовой арендной величины меняется ежегодно с 1 апреля по решению правительства с учетом уровня инфляции. Дополнительную информацию об объектах недвижимого имущества, предлагаемых для сдачи в аренду, можно получить на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. Информацию об объектах, находящихся в собственности хозяйственных обществ с долей государства более 50%, ищите на сайте фонда Гомель-облимущества либо по телефону в Гомеле 70 14 76. С вами была передача «Имущество». Мы говорим о том, что актуально.